Кустанайские IT-специалисты первыми в стране разработали электронный словарь казахского жестового языка. Предназначен он для людей с нарушением слуха. Продукт запатентовали. Сейчас на сурдосервере, так его называют авторы, хранится более 2000 видеофайлов. Это базовые наборы слов для ежедневного общения, сказки, пословицы и поговорки. К слову, на жесты переведен и гимн Казахстана. Особенно гордятся авторы созданием дактильного алфавита на казахском языке. Разрабатывался он совместно с сурдопереводчиками агентства «Хабар». Помимо сайта функционирует также и мобильное приложение, которое адаптирует сурдосервер под любой смартфон. Собираемся в ближайшем будущем перевести наш сайт на латиницу. Ну, в принципе, на наш взгляд, никакой проблемы в этом не возникает. Там больше как бы механическая часть, мы переводим одну букву, просто получается другую, из предыдущего алфавита в другой. На самом языке, получается, жестовом, это никак не отражается.